всем девочкам вообще, да, желаю не зацикливаться на семейной жизни, не считать, что их предназначение только стать матерью и там женой. Желаю реализоваться, потому что, ну вот знаете как вам объяснить? Потому что развиваться нужно во всех направлениях, не надо выбирать никогда одно, понимаешь? Надо стараться успевать все. И это, и это, и это. Моя семья не страдает от этого. Муж говорит, что я лагерна, я всегда его встречаю, такого нету, чтобы он мне чего-то не рассказал. Я такой друган, я закрою любой тыл, понял? И лошадь остановлю нас в какую горячую избу войду, и он это знает прекрасно. Но женщина становится неинтересна мужчине, если она занимается только домом и семьей. Это неизбежно. То есть вот когда у нее есть еще что-то, не обязательно это должна быть работа. В том смысле, ты понял, для зарабатывания денег. Это может быть какое-то увлечение. Ты понимаешь, да? Но человек от занятия семьей и детьми долгое время он не развивается. Ну, то есть подруги для меня, например, 15 лет сидения дома – это катастрофа, Валя. Это вообще, это трагедия. Это становится неинтересно. Нет, это не просто для мужей неинтересно, это неинтересно для всех остальных даже, ты понял?